Вот, решил попробовать. В интернете такого нету. Ни одного ролика не нашел. Все замазывают глиной. Вот видите, что тут. Все отпало. Здесь у меня дверка выпадывала. Тут все насквозь дыры были. Вот я тут все разобрал. И осталась у меня шпаклевка после ремонта. Дай попробую. Все. Тот же гипс, думаю, пойдет и даже алебастр. Единственное, что он долго сохнет. Вот сейчас попробовал, вот здесь кусочек у меня вот выпадывал, вот эта часть. Вот. Замазал. Думал, все трещинами пойдет. Без всякого армирования, без ничего. Вот уже четвертая топка. Вот специально показываю, что никаких трещин. Просто камень. Дверь держится надежно, ничего не болтается. Очень мне понравилось. И сразу белый цвет. Как бы не надо потом красить. И делается на горячую. Печь у меня остывала, я на горячую. Ну, тут. Потом покажу, как все это я сделал. Вот здесь я попробовал, держит. Отлично, просто отлично. Минутное дело вот это все. Вот я замазал за минуту. Забило. И вот сейчас тут проверил, держит хорошо. Сейчас тут все продолжу, отремонтирую полностью. Вот ее здесь все обмажу. Вот. А делал вот эти супер-пупер растворы из золы. Вот тут сейчас не закипает, не знаю, видно, не видно. Наверное, фонарик вот этот еще. А, блин, фонарик. Ну, не суть. Вот здесь у меня я не видно тут. Ладно. Вот так, наверное, будет видно. Вот там у меня тоже вот все лопнуло. Вот это я замазал зола с солью. Как там хвалят этот раствор. Здесь вот он нормально встал, вот здесь между плитой. Держится хорошо. А вот на это, на той стенке, где дымоходы, все отпало. И вот попробую тоже вот так же, как здесь. Ну и хорошо, сразу белый цвет, все, не белить ничего не надо. Там также попробую. И потом покажу, что получилось. А потом попробую, вот там в топке у меня тоже уже надо ремонтировать. Кирпичи выпадывают. Тоже тут вот заштукатурю. Так красиво. Все это дело горит. Красота.